Интересный вопрос. Дети и садана. Сейчас важнее просто поддерживать порядок в доме, смотреть за ребенком и стараться не забывать и мужа. Стараться не забывать и мужа, или все-таки нужно читать книги, пусть даже в ущерб материальным делам. Дело в том, что времени практически нет. Это, знаете, это болезнь вот этого века. Нет времени. Мужу нужно время уделять. Хорошо? Смотрите, посадили мужа вечером за ужин. За ужин стаканчик молока и 8 фиников. И пока он это ест, пьет, почитайте ему книги. Скажи, а давай почитаем вместе книги, времени же нету. Давайте почитаем вместе книги. Ребеночка тоже посадили. Если ребеночек читать умеет, ребеночек тоже пусть немножко почитает. Вовлекайте в этот процесс. И у вас, смотрите, у вас получится, вы Кришну 100% удовлетворите. Вы удовлетворите Шрилу Прабхупаду. Вы сами читаете. Вы читаете мужу. Муж вам благодарен. Возьмите это за правило. Даже кармические люди вместе читают книги. Я однажды распространял книги. И одна девушка ко мне подбежала. Ой, что у вас такое, что у вас такое? Я ей показал, я тогда распространял Шримад Бхагаватам. И она увидела, что у меня есть 1-2. А знаете, вот сложно распространять, даешь человеку 1-2, он говорит, а почему 1-2, а где 1-1? Вот достаточно сложно. И она посмотрела, ой, говорит, у моего мужа день рождения, и у нас с ним, мы с ним купили Шримад Бхагаватам 1-1. И вечером мы с ним садимся и вместе читаем. И вот мы закончили эту книгу и расстроились, что теперь читать нечего. А представляете, у него завтра день рождения, я ему подарю 1-2, и мы будем продолжать читать. Я говорю, а у нас есть не только 1-2, у нас еще есть. Люди читают даже. Берите с них пример. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валберис. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гиту около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие.